История будет ко мне благосклонной, ибо я намереваюсь ее писать. Так говорил Уинстон Черчилль. Линкор терпится. У нас с вами была предыдущая серия. Мы с вами продолжаем прохождение Дутого Кала, самой первой части. Итак, мы с вами движемся дальше. Поехали. Итак, Дутый Кал. У нас с тобой теперь, видимо, будет, как я понимаю, компания, наверное, за СССР. Если я правильно понял. Чё так тихо-то? Они топчут нашу землю, разрушая города, сея смерть и насилие. Ну да. Во! Товарищ Иосиф Виссарионович, здорово! Сталинград. Удар. Мы должны отстоять Сталинград. Так сказать. Вперед, товарищ. Сестры, товарищ. Сталин. Даже такая фамилия была, как от слова «сталь». Ага. Отечественная война. О, немецко-фашистские оккупанты. Сейчас мы будем им... Приказ 16-народного комиссара обороны СССР. Пора прекратить отступление ни шагу назад с этого момента. Это наш девиз. Мы должны защищать каждый опорный пункт, каждый метр советской земли до последней капли крови. Мы встанем на каждый клочок нашей земли и будем защищать его так долго, насколько это возможно. Немцы не так страшны, как считают паникеры. Их сила имеет свои пределы. Противостоять их удару значит обеспечить себе победу в будущем. Каждый, кто начнет отступление без приказа свыше, считается предателем Родины, если будут... обращаться соответственно паникеры, предатели и трусы будут казнены на месте. Выполнять этот приказ значит защищать и нашу страну, спасти нашу родину и уничтожить ненавистного врага. К этому и взывает наша родина, народный комиссар обороны Иосиф Сталин. Товарищи, итак, Волга, Сталинград, 17 сентября 1942 год. Ну да, видно у них по лицу, как все срут. Да, по бумажке читать все умеют. В сапожках, в плаще, в дедушкином. Какой-то странный у тебя рупор, как бы, голос такой же, как и есть. Чем тебе этот рупор нужен? Какой-то конус с машины взял. Да. Смотри, сейчас. Бабах. Ага. У них есть танки, я думаю. Есть артиллерия. Да, а у них, да. Да кажется, это у нас ничего нету. Ага. Рассказывайте. Я вижу, какая у них доблесть. Ага. Мы еще не доплыли, а уже почти все померли. Бел. Бабах. Бабах. Ну да. Ой. Ну все. Ну да, мы должны убираться. Ну так я уже выбрался. Меня уже грохнули. Я уже выбрался. Куда мне дальше-то? В прежние дни часто писали о том, как сладко и прекрасно умереть за родину, но в современных войнах нет ничего сладкого и прекрасного. Ты умрешь, как собака, безо всякой на то причины. Эрнест Хемингуэй какой-то говорил. Ага. Это мы помним. Врагу. Пусть до каждого... надо просто присесть мне. А это почему без кепки стоит? Не
Вообще без форум, без уставной, это кто такой? Это комиссары, которые стреляли вот как раз таки в спины, если ты отступал. Бах! Все, минус паром. Паромщик потонул. Надо было платить за бензин. Бабах! Только у нас сейчас ни у кого оружия нету. По бумажке. Мне так кажется, он не по бумажке читает. Он на самом деле по носовому платку читает. Посмотри. У него носовой платок в руках. Красиво стелет фраерок. Присядем. А что эти стоят, я не понимаю. Они вообще бесстрашные. Смотри. Бабах. Бам. Ну да. Бабах. Гасите. Надо было... Это правда показано, ребята. О чем предатель-то? Он хотел просто выпрыгнуть из корабля, чтобы перебраться. Чтобы просто доплыть без корабля. Ну да, молодцы. Бабах, нормально меня подтолкнуло. Спасибо, братан. Поджопнички мне такой дали от миномета. Ничего. Сейчас подтолкнули, что-то октября. 6 октября был день ноября. А. Ага. Вы что, серьезно? Это кто такие? Ребята? Там... Дайте мне в очередь, можно я встану? Откуда вы все беретесь? Дай мне винтовку. Дай оружие. Какие патроны? Вы что, вообще нормальные вы, ребята, нет? Видишь, смотри, тут лежат, загорают. Ты прикинь, война идет во все, они тут загорают. Дайте им пендали. А, те, кто... Те, кто пытались отступить, так пони... Это, ребят, показано вам правда. Чтоб вы понимали. Да? Без оружия идешь, тут кого-то толкает. Здесь какие-то мужики валяются. Ни у кого даже звание не написано. Вообще непонятно, кто... Кто это? Куда вперед идти? Просто люди просто умирают. Так здесь. Как пройти-то здесь? Ага, оружие ни у кого тоже не остается, так понимаю. Во, спасибо. Снайпер. Жан Бородин. А, быть приманкой? Ага. Давай, бегу. А чё у меня на шифт ускорения нету? Куда ты? Ты мужик-то куда? Провалился сквозь текстуры. Прикинь, растворился под землей. Куда бежишь, сказал, стрелять будешь? Ладно, товарищ, куда меня толкаешь? Сначала мы направляемся вон в той разбитой машине. СГТ, Бородин. Перезарядить оружие. Готовы? Да. Хорошо. Вперед, вперед! Вперед, вперед, вперед. Ага, все. Нормально.
бы вы везунчик, либо у вас очень маленькая голова. Ну да. Пулемет же только по головам стреляет. Это что здесь какие-то эти гуси-лебеди устроили? Смотри, крутятся. Хороводики воют на кораблях. Куда дальше надо? А, сюда? Какой предатель? Сам ты преда... Кто меня выстрелил? Прикинь, что сказал, говорит. Мы, говорит, предатель. Когда не продал войну, кроме того, что ведется ради мира. Уиллис С. Грант какой-то. Грандмастер. Братан, товарищ. Дерьмо, что ли, залил? Глаза у тебя какие-то и зубы стрёмные. Ну да. Куда он с флагом бежит? Зачем, не понимаю. Все. Нормально? Нормально. Да зачем флаги-то нужны эти, я не понимаю. Все, пришел, товарищ. Сначала вы. Ага. Дайте им перезарядить оружие. Смотри, там целая толпа бежит, непонятно откуда. Откуда они бегут, я не понимаю, с какой лодки там бегут все. Все? Нормально? Доволен? Что ж, дружище, либо вы везунчик, либо у вас очень маленькая голова. Ну да. Мы будем в большей безопасности в том здании. Либо ты слишком лысый из Call of Duty. Я позабочусь. Хорошо. Вперед, вперед! Че надо-то? А, вот так правильно иду? Бабах! Все нормально. Правильно, хорош friendly fire. Обеспечьте нас артиллерийской поддержкой, сержант. У меня почти кончились боевые массы. Давно это было сделать, уже пора. Ну да. Ты плохо слышишь, потому что трубку не прикладываешь к уху. Ты неужели? Вон они, отсюда можно по ним стрелять. Посмотри, вон они там стоят. Вон они, раз, два, третий. Ну да. Так тебя все и услышали. Я же зазевался. Бабах! Хорош. Че, никого не слом... Не уничтожишь ли вы? Че, серьезно? Мне интересно, по кому артиллерия стреляет, по врагам или по нашим? Как бы, глядя на все происходящее, вывод это, наверное, напрашивается. А, да, все? Ой, 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 как страшно все. О! Хорош! Ура, давайте, товарищ, вперед! Вперед, товарищи! Мы снова захватим Красную площадь! А! Захват Красной площади, оказывается, происходит. Ну вперед, товарищи! Помчали! Давайте, вперед, товарищи! Эти валяются у нас что-то все кругом. Интересно, оружие нам, наверное, сегодня, я так понимаю. А, ну да, оружие нам сегодня никто не даст. В Сталинград. В окопах нет неверующих. Это не аргумент против неверующих, это аргумент против окопов. Джеймс Морроу. Да, да, ребята. Как говорится, в падающем самолете атеистов не бывает. Ну что ж, на этом пока что все. Вы не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и рассказать друзьям. Огромное спасибо за внимание. До новых встреч. Скоро не переключайтесь, ведь огромное количество гайдов, летсплей, все крутого сможете найти у меня на канале. Сам Волчий Ранка. Спасибо еще раз. До новых встреч и... Пока-пока, ребятушки, не переключайтесь.